Все тяготы переносить с терпением,
жив, следовать буду и вовсе так себя вести, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному казаку надлежит. Не нарушать присяги и за корости родства, дружбы или вражды, осенью себя крестным знанием. Целую святое Евангелие и истинный крест, и ниже подписываюсь. Евангелие, целую, Богдана. Это икона Евангелия Иосифа, книга. Иди сюда. Сейчас. Перед самогущим Богом святого Матвея и честным крестом, чтобы помнить Христовую Матвею, предвидящую христианскую веру и свою атаманскую и молодецкую славу, не потерять присягаю. Верой и правдой служить отечеству и войску Господу до последнего вздоха, всеми силами способствовать славе и практикуемому оного святого. Поздравляю вас всех с праздником, вас особенно с моим праздником, пополнение у нас. Служите верой и правдой, не позорьте кубан. Это кубан, это честь ваша. А уже будет честь, не так. Начальник штаба, скажешь слово? Я присоединяюсь к поздравлениям. Еще раз напомню, что главное, конечно, чтить обычай. Все это расскажут, покажут. Чтить обычай и запомнить одно, что присягу давали, присягали не атаман, не батюшки, не присягу давали Господу Богу, отмечается присягу Богу, за это все. И это главное отпечатать себе, память. Людей можно обмануть, а Бога не обмануть. Я хочу создать всем, кто присутствует, всем и справа. И на центре наблюдения с фотоаппаратами, которые без фотоаппаратов. Сейчас у нас есть грех такой малодушие. Малодушие – это грех такой беспокойства, трусости, боязненности. И вот каждый воспринимает только раз. Один пьет, один курит, другой дерется, третий не знает, что там делать, третий уезжает куда-то, четвертый еще что-то делает. Кто-то переживает, кто-то болеет, кто-то сидит, кто-то лысеет, кого там болят почку, кто-то в онкологию попадает. Чтобы это, от этого уйти, нужно себе представить, что без веры Бога и Бога и Бога. В наше время настолько развелось беззаконие, что нужно Богу навести порядок только вот этим путем, вот этих военных бедствий, только этих. Не было когда-то тоже 18, было 20, было 25, было 30. И когда бы мы услышали в свое время, чтобы девчонка замуж пойти, женилась, или парень на парне, это было из серии, не знаю кого, не анекдота, из фантазии, это так вообще не было. Сейчас вы дошли до того времени, что там две парады совершаются, хотят идти. Там каким путем под эти геи. И теперь, чтобы вот это все искоренить, Бог посылает там эти военные действия. Теперь, если мы уверены, что эти военные действия будут от Бога, значит, это Бог все делает. Если мы возьмем себе голову, что это Божья милость, значит, это ты смотришь со стороны, что это Бог поведет так. Если ты будешь так смотреть, и тогда не будешь ни сидеть. Ради Бога мы будем. Я тоже присоединяюсь к атаману, к основному атаману. Со всеми поздравлениями к вам.
чтите память наших предков, нашей земли. И не забывайте, за что мы на защиту нашего Отечества. Мы должны уважать каждого, кто бы ни был. Какие бы мы хорошие пути не были, но учтить законы казаков, уважение предков и обязанности. Присоединяюсь так само к всем подразделениям. Поздравляю. Смотрите, свечечки. Поставьте за здравие свечи, подожди, за свечи.